Они все не работают. Пошли не нахуй, депутаты. Вы знаете, кто у вас депутат в округе? Забыл фамилию. Не в курсе. Мы не знаем депутатов своих. Понятия не имею. И нигде не видела и не слышала. Они все не работают. Пошли не нахуй, депутаты. Они только карманы себе набивают. Интересные, но не знаю. Понятия не имею. А я только со своего помню, больше никого не помню. Не, ну извиняюсь, я... Слава, может, не знаю, правда? Вот в округе номер 3 не знаю. Не знаю. Я не знаю. Меня не интересует. Понятия не имею. Депутаты не знают даже. А скажите, а какие проблемы есть в вашем округе основные? Экологические проблемы с ЖКХ. И большинство автомобилистов через дворы просто на очень высокой скорости гоняют. За детей просто даже страшно бывает. Например, наш дом, вот этот вот Переверкин 12, уже давным-давно пытались, сначала хотели снести, потом его хотели... капремонт, вот платим. И до сих пор они сказали, ну вроде как на 22-й год. Проблема есть. Я тут неделю назад купался в говне, потому что канализация забит была, а что делают? Пол ванны дерьма, унитаз полный, и через раковину льется. Я их аварийку мне помогла, правда, там они еще почистили. Нашему дому по старым большевикам 14. 35-й год уже. Ни площадки детской, ничего, никаких ограждений вот в этих палисадничках, вообще ничего. Да я даже не знаю, мне кажется, мне все нравится жить у меня в этом районе. Ну, во-первых, сады позакрывали, вот все дети, что детей черти куда всех возят. Да, во-вторых, это, школа вот у нас одна, микрорайон новый построился. А дети, я не знаю, во сколько там, в три школы, в три смены учатся или как там. Много берут, за квартплату дерут много. Какой там у нас обслуживание? Никакого там обслуживания нету. Ну, для меня это большая проблема с местами отдыха, скажем так, парками и со всем остальным, где можно с ребенком погулять. Какие проблемы? Всякие проблемы. И не убираются дворы, не убираются, вон как следует не убирают. Ну, видите, какие дороги. Мусор, грязь везде. Вообще райончик не очень хороший. Проблемы они всегда есть. И ремонт домов, и дороги. Ну, мусор убирают вроде нормально. Там у нас горелый дом, очень неприятно. Убрали бы его, что-нибудь там построили. Ну так все нормально. Дома у нас ветхие. Практически в каждом доме нет условий. Туалеты на улице. То есть у нас не сноса. Обманули, да, вводили в заблуждение. И в результате мы остались ни с чем. Как депутат Черкасов решает ваши проблемы? Не решает. Ничего здесь не происходит давным-давно. Никак. И вообще я его не знаю. Никак он не решает. И улучшение. Где улучшение? Лекарства дорожают. Вот ходим каждый день, лекарства дорожают. Я даже не знаю, кто на нашем этом... Ну, может быть, это моя вина. Ну, и как бы недостаток информации со стороны... Депутат тоже есть. Наши никак. Не, машина решает, но я-то не в курсе. Не знаю, не слышала про него ничего, ребята, нигде. Спасибо. Даже ни в печати не читала, ни нигде. Никак он не решает. А по идее, они там и некогда им до нас. Им не до нас. Им надо свои дела делать. Хорошо зарабатывать самим. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, я еще раз говорю, я политикой не особо интересуюсь, и на телевизор у меня времени тоже, к сожалению, нет. Я к нему не обращался даже, не знаю. Даже. Помогает вроде, ничего, неплохо, хорошее. Я никому не обращалась. У нас, во-первых, эти наркоманы копают постоянно, в страхе нас держит полиция, видно, я так понимаю, потому что если бы... Уже пришился этот вопрос, но нас постоянно копают. Ну, я понимаю, так они выслеживают, а после лазят по домам. Да я вообще не знаю, что он депутат. Я вообще не знаю, кто у нас тут депутат. Когда-нибудь кто-нибудь приходил сюда и спрашивал, что у нас здесь, что нам нужно. Никому это не надо, я так понимаю.